ты сердце России, могучий Алтай, степи бескрайние, горы и быстрые реки. Примерно такой репертуар российских и советских песен ежедневно звучит в эфире новой радиостанции «Гордость», вещающей на волне 87,9 FM. За несколько месяцев ее запустили в десятках городов страны, а в апреле она дошла и до Барнаула. Но официальное открытие состоялось на днях. Нам нужны все радиостанции в Барнауле, какие есть. Чем больше у нас разного спектра радиостанций, тем лучше. А эта радиостанция «Гордость», которая называется, она прекрасна тем, что она, наверное, первая патриотическая радиостанция полностью целиком. Основная цель – объединить значимых людей и рассказать об их деятельности. Поэтому помимо патриотических песен от алтайских и российских исполнителей, выходят программы, повествующие об интересных местах и личностях страны. Аудитории такой подход нравится. 35+, это костяк, но у них есть дети. Вот, собственно, у меня есть большое желание, чтобы наша аудитория состояла из родителей и их детей. Бороться радиостанция намерена за каждого слушателя, поэтому в планах вещание в других населенных пунктах края. И в Рубцовске, и в Бийске, и если получится, в Республике Алтай, в Горно-Алтайске. Потому что меня об этом спрашивают. Мы сегодня с Константином обсудили, да? Радио «Гордость» интересуется не только большими городами, но и более отдаленными населенными пунктами. Данил Кузнецов, Владислав Ковалев. День с толком.